Мероприятие – это, скажем так, заключительный итог проведенного проекта по вовлечению молодежи в активный туризм. Деньги были из бюджета. Вот, это под эгидой Акимата, управления культуры. Вот. Ну, непосредственно авторство, скажем так, идея была, это ДК Нового Майкудука, директора. Удалось подключить опытных туристов и организаторов, которые неплохо это провели. Вот, и мы считаем, что даже вот по разговору сейчас за круглым столом, мы видим, что много желающих заниматься туризмом, много из них уже занимались туризмом. Эффект от этого проекта – это внимание к активному туризму. То есть у нас молодежь должна заниматься активным туризмом, иметь навыки и знания, необходимые для путешествий в природе. Вот здесь сейчас поднимается вопрос по краеведению, и я вот мечтаю, что чтобы все учащиеся, кто ходит в походы, изучали родной край, и боюсь, куда это все складывать. Нужно нам место, куда бы мы это положили, и все могли бы оттуда брать. Где интересные места у нас? Все, вот откройте интернет, это самое, что вы там найдете? В Каркаролинске Шайтон-Куль, все, или озеро Бассейн, и все. Там миллион достопримечательностей. Я уже не говорю про Караганду, про интересные места, исторические места, любопытные места. Так что вот здесь очень много вопросов, и все это интересно. То есть молодежь любопытная, она стремится к этому. Надо из интернета выходить на природу, приходить в действительность. Почему? Потому что интернет, он как? Мир нарисованный, скажем так. Вот. И не все в этом мире, значит, такое, каким человек воспринимает. Там изложено таким образом, каким воспринимает тот, который выложил этот материал. И вот здесь есть проблема. Человек изучал, скажем так, тот же туризм и прочее в интернете, потом он попадает на природу и приехали. Он не знает то, он туда попал, там и прочее. Ну, есть пример, скажем так, выживание в природе. И это вопрос, которым я много занимаюсь и знаю его. Как в лесу летом переночевать? Это нужно построить шалаш, там нужно прочее, прочее. Я задаю вопрос, зачем? Комары покусают, ветерок, ну, немножко загородит. Тепла не будет. Ложись. Накроет, сказать так, безветренном местечке, точно так же будешь себя чувствовать. Вот. Но это, так сказать, опыт и уже тонкости, скажем так. Главное это в туризме – это практические навыки для жизни, для выживания. Вот. Это только можно на природе, в интернете очень сложно. Сегодня прошел круглый стол, посвященный проблемам туризма в Карагандинской области и также посвященный завершению проекта «Караганда выше облаков». Ну, что хотелось бы сказать. В общем, ребята остались довольны, потому как много присутствовало ребят, которые участвовали непосредственно в этом лагере, которые были не только участниками, но и где-то даже организаторами, потому что они были волонтерами. И для нашего волонтерского центра это, ну, достаточно хороший опыт. Ребята настаивают на том, чтобы подобный лагерь проходил не единожды. Очень хочется верить в то, что это будет ежегодным лагерем, и мы реализуем себя не только как волонтеры, но и в плане туризма тоже покажем все свои силы. Я надеюсь, что, как сказали на круглом столе, что будет продолжаться проведение таких организационных походов по причине того, что нужно развивать нынешнюю молодежь в данном плане. Потому что большинство подростков просто сидят дома, ничего не делают, либо там занимаются какими-то непонимающими вещами. Если можно организовать такие моменты, потому что в Казахстане очень много есть хороших мест для посещения, и данный проект «Караганда выше облаков» весьма полезен для молодежи. Және де жазда осы бізді романтик атты Қарқаралыдағы лагерге шақырды. Және сол лагерде қаншама походтар, қаншама қызықты сәттер болды. Ең есте қалатын сәттердің бірі ол походтағы кездер. Қаншама адамдармен бірге походқа шығу өте қиын шыны керек. Және де Сергей Павлович өзінің ережелерін түсіндіріп, жастарға беретін ақылдарын бізге ақылдарын былай берді. Және де осындай
жаңағы қозғалыстар өте көп болса жақсы болушы еді. Неге десеңіздер, себебі қазіргі таңда жастардың көбісі үйде отырып, телефонда немесе өздерінің жеке іс-шараларымен жүреді. Ал көп жүретін адамдар өте көп, аз, өте аз. Я скажу, что в нашем Казахстане есть все для активного и спортивного туризма, также для коммерческого. У нас есть реки, у нас есть моря, у нас есть озера, у нас есть степи, леса, горы. Это отличная перспектива для развития любого рода туризма.